Рад видеть вас на канале «Час ремонта». Сегодня у нас на обзоре дисковая пила Interscol DP235-2000. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Дисковая пила Interscol DP235-2000 предназначена для объемных и тяжелых работ с деревянным материалом толщиной до 85 мм. Дополнительная рукоятка позволяет выполнять рез двумя руками, что позволяет надежно контролировать ход инструмента. В дисковой пиле предусмотрен пылеотвод с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли. Инструмент прослужит долго, поскольку корпус редуктора, кронштейны и направляющие изготовлены из литого алюминиевого сплава. Предусмотрен защитный кожух, закрывающий диск пилы для предотвращения получения травмы. Сетевой кабель можно вытянуть в длину на 4 метра. Ширина пилы 290 мм, а ее вес составляет 8,4 кг. В комплекте, кроме самой пилы, вы получите пильный диск, ключ, параллельный упор, переходник на пылесос и документацию, упаковка картон. Пила оснащена электродвигателем мощностью 2000 Вт, который обладает частотой вращения 4200 оборотов в минуту. Существует возможность выполнять пропил под углом наклона 45 градусов. При работе устройство издает уровень шума 108 дБ. Благодаря глубине пропила 85 мм и диаметру посадочного отверстия 30 мм, производить распил древесины большой толщины несложно. Преимущества: корпус редуктора, кронштейны и направляющие изготовлены из литого алюминия. Сплава. Система плавного запуска, удобная в работе основная рукоятка, прочная и надежная конструкция, высокое качество реза. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Очень шумная и тяжелая. Короткий шнур. Небольшой люфт защитного кожуха. Не идеально ровная станина. Диск в комплекте среднего качества. Кнопка пуска не фиксируется. В комплекте нет зажимов для крепления на столе. Но есть и позитивные отзывы. Мощности хватает за глаза. Быстро пилит. Четко держит линию. Надежная. Легкая в эксплуатации. Запчасти найти можно. Большой размер диска. Возможно, вы станете владельцем этой модели дисковой пилы. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!